Салем, меня зовут Булат, и это спонтанное видео я бы хотел посвятить тем казахстанцам, которые еще подвергнуты назарбаевской пропаганде, которые повторяют такие фразы, как «при Назарбаеве стабильность», «нету войны», «он много сделал для страны». Знаете, что я вам хочу сказать? Просто вы никогда не видели, что такое по-настоящему достойная жизнь, что такое стабильность. И те крохи, которые он вам бросает со своего ханского стола, вы считаете за благо, за стабильность. Стабильность и достойная жизнь – это когда ты тратишь десятую часть своей зарплаты на продукты, при этом достойно питаешься. А достойная жизнь и стабильность – это когда ты берешь ипотеку по 3% годовых, или когда ты берешь ипотеку вообще без первоначального взноса, когда медицина бесплатна абсолютно для всех граждан, и не только для своих граждан, но и для иностранцев. Как, например, здесь, в Испании, где я сейчас нахожусь. Вот это вот можно назвать по-настоящему достойной жизнью, стабильностью, а не то, что у нас в Казахстане. Потом вы еще говорите то, что критиковать Назарбаева легко, а быть президентом не так-то просто. Знаете, я не вижу ничего сложного в том, чтобы не воровать государственные деньги, чтобы просто не воровать. Если ему так сложно не воровать, тогда пусть уходит, хоть он формально сейчас не президент, но по сути мы все знаем, что у нас остается править Казахстаном. Пусть уходит, мы найдем по-настоящему достойного президента, который не будет воровать, которому несложно будет выполнять свои обязанности, которые он должен выполнять как президент. Просто мне очень обидно, когда столько казахстанцев не думают своей головой, абсолютно слепо верят назарбаевской пропаганде. Хочу вам сказать, пожалуйста, образовывайтесь, имейте свою голову на плечах. Просто реально обидно за вас. Вот, это пока что все, что я хотел сказать. Надеюсь, то, что этот год принесет нам изменения, и в дальнейшем Казахстан и вправду начнет меняться в лучшую сторону. Все, это все, что я хотел пока что сказать. Сау болыңыздар.